Велосипедисты, мотоциклисты, автомобилисты и, конечно, пешеходы. 3 мая в Крокус-экспо приехали все участники дорожного движения. Одни, чтобы себя показать, вторые, чтобы на других посмотреть. Конфликтов не наблюдалось, полное взаимопонимание и взаимоуважение. И хотя праздник «Мы вместе за безопасность дорожного движения» посвящен официальному открытию мотосезона в Подмосковье, организаторы подумали обо всех приглашенных. Самые юные гости могли потанцевать и принять участие в тематическом конкурсе рисунков мелом. Вове Миронову всего 3 года. Он уже знает, что такое светофор и зачем нужна зебра. А если вдруг запутается, папа всегда подскажет. Чтобы машина была ездить где? Машина, да, уже проходить дорогу, да? А на какой цвет светофора надо переходить? Зеленого. Нередко взрослым тоже нужно напоминать, зачем нужен пешеходный переход и как правильно перейти с одной стороны дороги на другую. Только в отличие от детей, информацию они усваивают с трудом. Не все дети на областном празднике – пешеходы. Для тех, кто скорость любит с пеленок, организовали конкурс беговелов и заезды на мини-байках. Ответственные родители, которые понимают, что у ребенка рано или поздно может появиться интерес к двухколесному транспорту, думают о безопасности своего чада заранее. Сначала учат держать баланс на беговеле и уже потом предлагают освоить более скоростной мини-байк. Управление беговелом только кажется простым. Удержать равновесие, особенно растущему организму, не так-то просто. Зато после него легко можно освоить велосипед и даже мини-байк. Миша Агееву почти 5 лет. В 2 года он уже управлял электрическим мотоциклом. Сейчас мальчик дорос до мини-байка. Очень мощный. Здорово кататься. Не страшно? Нет. Но иногда злителям иногда так кажется, что наклоню, что я сейчас вылету из вот этого. Но я не вылетаю. Об экипировке юный мотоциклист зачастую знает лучше взрослого. Папа Миши признается, защита обходится дороже самого мотоцикла. Но это стоит того, ведь на кону жизнь и здоровье ребенка. Можно посмотреть на всех мотоциклах, посмотрите ручки, насколько все части мотоцикла стесаны, сколько раз они все перекувыркнулись. Поэтому детям, мне кажется, гораздо более даже понятно, чем нам, что сесть на мотоцикл без экипа вообще не вариант. Езда только на переднем или только заднем колесе, пожалуй, одна из самых зрелищных частей областного праздника. Сейчас я наблюдал выступление стантрайдеров. Очень интересные трюки. Езда на заднем колесе, на переднем. Это спорт, который вырос из уличных, скажем так, нелегальных соревнований и стал уже, можно сказать, профессиональным спортом. Мотосезон в Московской области официально можно считать открытым. Следующая встреча участников областного мероприятия произойдет уже на дороге. И эта встреча покажет, готовы ли они на самом деле проявлять взаимное уважение, о котором так часто говорят. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».